Всем здорово. Все, рабоченка. Всем здорово. Продолжаем играть в Звездные войны. Прошел я, короче, один эпизод, самый первый. Ну, почти на 100%. Там, оказывается, есть еще режим на время, где на время за 20 минут надо собрать все бочки. Короче, я в обычной игре собрал все бочки. И вот у меня теперь такой вот есть кораблик. Ну, ну, ну. О, вот у меня теперь такой есть кораблик. Ну, красивченко, чё, красивченко. На этот еще 6 надо. Ну, это я буду уже так проходить. Я вчера так решил просто. По приколу. Вот, так сказать, отчитался. Купил всех персавов, которых можно было. Ну, вот в основном вы их видите. Это вот эти чилибасы, дроиды, вон тот летающий хрен. Вот. Ладно, пойдем дальше по истории. Блин. Ну, 23 бочки хотя бы собрал. 20 блоков отсюда я могу достать. 20 блоков. Капец. Так, нам остался последний. Тут должен быть финал. О, финал. Да, тут должен быть финал, тут должен быть босс еще. Дарт Мол. О, так все-таки это в этой... Здесь, короче, драться с ним будем. Ну ладно. Про красного чела я, помните, говорил? Эпизод первый. Призрачная угроза. Глава 6. Дарт Мол. Энакин Скайуокер уничтожил армию Торговой Федерации, но в Королевском Дворце продолжается бой. Кьюгон Джин и Оби-Ван Кеноби столкнулись с еще одним врагом. С кем? А, с Дарт Молом. Это я затупич. Вот он. Бессмертный чел. А, мы весь эпизод с ним драться будем? Какой-то он слишком жесткий, нет? Воу. Так, а, ну тут, наверное, надо просто него отражать. Ну а в них можно-то отразить? А, надо нажимать. Окей. Так. А, их надо ловить. С силой. Но! Окей. Ну это просто. Теря тут ловим. Он защит... А, нет. Ну, это как-то супер изи. Даже, по-моему, в этом. А что такое? Что-то мы перестали их отбивать. А, нет, вот. Что-то в Индиане Джонс даже первый босс был посложнее. Кого ты бьешь? Ой. Все, сбежал трус. Так, теперь надо исследовать эту штуку всю. О, что такое? Воу! Это что? Это просто полочка? Возможно, если зажгем все, нам что-нибудь дадут. А, ну это просто полочка, где они тут отдыхают. Ясно. Так, здесь еще есть. С той стороны тоже надо включить. А, с этой стороны нет. Нема. Так. Чунь-чурюнь-чурюнь. Че дворики пошли.
Монетки. О. Это за то, что мы зажгли? Фига тут нормально так. Одаривают. Ой, все ходить тут включать. Это, конечно, капец. Подожди. Так. Я, кстати, вчера разобрался, что это за сфера такая синяя, типа, дается. Она увеличивает рейндж собирания этих штук. Все. Что-то синих мало дают. Я думал, синих будет побольше. Это просто наверх. Вот в теории, на какой возможной, ну, сейчас тяги могли бы вот так вот летать вот эти штуки? На магнитные только, мне кажется. Что это за музыка постоянно? Ну, кстати, за музыку капец. Видосы заблокированы в некоторых странах. За музыку. Это куда? Сейчас. Ты куда? What the fuck? И как мне собрать теперь этот бочонок? Я думал, хотя бы на смогу запрыгнуть, ясно. Ну, а хотя бы половину собрали этой штуки. В эти зоны пускают только пехоту бури. Это эти, как они? Штурмовики. Ну ладно, штурмовики так штурмовики. О, привет. Фак. Ой-ё. Нифига он там прыгнул. И даже без этой штуки. А можно мне такие же прыжки? Как он так прыгает высоко? Ох, капец тут секреток. Но вон как минимум одну я уже вижу. О, это что? Финальная локация? Так, в эти тоже зон пускаю только челов. Там, видимо, дроид нужен, чтобы подобрать. Там тоже, наверное, для дроида. Тут тоже какая-то локейш. Тут C-3PO нужен. А, видимо, это финальная локация. Хотя тут столько мест. Ту-ту-туру-ту-ту-туру. Дарт Молоч. Roger, roger. Roger, roger. Короче, обходить это все надо. Да кого ты бьешь, чел? Фак. Нет, они упасть могут. Воу, а чё их так много сзади? Нормально. Сплэшом. Ну ладно, я хотя бы сорян. Я, конечно, толстый, но не настолько же. Блин, кайфово отталкивать их так. На, страйк.
Ну вон, сзади тебя чел, че ты его не убьешь? Да хватит. Что? Раджа, раджа. А что такое? Они бесконечно выпадают. На-на. Ура. Ой. Кстати, за этих штук можно играть. Их, я их там открыл, и теперь за них можно играть. Я там в свободном режиме за них покатался. Но они такие, типа, не имба. Не имба. Хотел сказать, по приколу, давайте чекнем, что там. А, ну тут надо просто отбивать эти штуки. В них. А что такое? Что не отбивается? А что не отбивается? А, ну проще будет к ним тогда запрыгнуть. Фак! Да, будет проще так сделать это. Ты один хрен сбиваются. О. Ну what the fuck, у меня было 20 тысяч. Я умер 3 раза. Кошмар. Тут вообще не умирая надо это все делать. Ну или умирать, при этом подбирать все остальное. Ага. Что такое? А я думал, тут они это, типа, не двигаются. Вот для чего вот это место вообще, типа, нужно? Вот в фильме они ждали, когда... когда сами двери откроются. Вот для чего это надо было? Что это за ловушка в стиле Индиана Джонс? По сути. О, файн... И куда он упрыгнул? Я мастер... Ну, здесь, ладно, его просто пинать надо. О, блин, там же дыра. Там же дыра посередине. Надо аккуратней. Нет! Ну нет! Нет! Скотина! Ладно. За это ты у меня поплатишься. На, тварь. Я почти опустил. Ну нет! Главное в дырку не упасть. Шо, все? Да, найс камера, кстати. Я ничего не вижу. Не. Ну, возможно, это обратно в него полетело. Так, ладно. Где он? Так, тут сверху эти штуки есть. А где он? А, вот он. Я его ищу на этих штуках. Ну, кажется, все. Конечное для Дарта Мола. Ну, удар. Finally. Finally удар. Ну убей.
Он мне не дает, короче, ничего сделать. Я хочу поменяться телами, у меня не получается. А может реально последний удар должен этот сделать? Да. Приоткрыл. Я обычно зубами это делаю. Разве Оби-Ван убивал его? Ух. Капец, вот это... Вот это... Он умер тогда? F. Капец. 5, 11 тысяч набрал. А было... Было там как минимум 20. Окончить историю. А, это где торжественно всех награждали? Деволпет. Travel Tales. Ну все. 9,9. Это мой IQ. Вот как-то так. Го, посмотрим, каких персов можно купить. Наверное, Дарта Мола, кстати, можно будет сейчас купить. Да, Дарт Мол 60. Я, кстати, знаю, где можно сейчас найти по-бырому деньги. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так, во-первых, здесь все разломать. Да хватит стрелять. Я нафига вас покупал? Кстати, Dark Maul — это полезная фича. Потому что у Dark Maul это... темная сила. То есть, по сути, нам нужен Dark Maul какой-нибудь... Так, чё они набросились на мои... На мои бабки? А, подожди. Точно. У меня же было 44. А 44... Ладно, я обсчитался. Ладно, после следующего уровня купим. Кстати, следующее... Так. Ту-ту-ту-ту-ру. Пара-ра-ра-ра-па-па-ра-пам. А может закончить на эту серию? Я хотел... Короче, сейчас покажу одну секретку. И думаю, на этом серию закончу. Ну, просто не хочу начинать, а... Как это называется? Зря. Короче, смотрите, здесь мы делаем вот такую штуку. Здесь такую штуку. Мне кажется, это... Какие-то лего-гонки. Не знаю, короче, на что-то это точно отсылка. Так, можем сразу подобрать. Ой, они задолбали драться. Дурилки. Во. А тут тачка. Короче, вот это... Я не знаю, секретка это или нет, но, короче, можно вот так гонять. Ну, кайфово. Тупо кайф. Ладно. Думаю, на этом закончим. Такая, такая финальная серия получилась по первому эпизоду. Следующая серия будет
второй эпизод. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.